Минулого тижня російська православна церковушка в обличчі митрополита Ілларіона офіційно заперечила існування інопланетних форм життя. Російська православна церковь прирівняла інопланетян к бесам. Аргумент досить простий і вагомий. У священному писанні про це ні слова. Тому інопланетян може просто не існувати. Це усе майстерність пера та фантазії Дена О'Беннона, сценариста «Чужого» і йому подібних. Але, як це часто буває, в найзакритішому із найзакритіших акціонерних товариств трішечки помилилися. І ціна цієї помилки може людству коштувати життя. Через одного дуже неохайного конструктора Роскосмосу. А тепер до коронавірусної статистики. На Росії уже майже 69 тисяч інфікованих COVID-19. Загинуло 615. Вилікувалось більше 5,5 тисяч. Це Юрга Верещак, Вісті Кремля Слівки. І буде тупо, но смішно. Чи існує Бог насправді? Чи є життя поза землею? А Тоні Сопрано вбили? Це лише частина питань, на яких немає відповіді. У математичному значенні. Тобто кожен може мати варіант на питання. Але правильної відповіді поки просто не існує. Список таких головоломок чималий. Але буквально напередодні на один пункт став коротшим. Завдяки Владимиру Путіну. Такой скрепный персонаж, как Владимир Путин, не мог не поздравить россиян с Пасхой. На Бога надейся, а сам не плаши. Но, как ни странно, почему-то он решил сделать это в совсем не скрепном свитере Лора Пиана. Не в косоворотке какой-то, а в брендированном свитере более чем за $1000. Ну, потому что прожить на такую сумму сложно. А вот свитере, который стоит в 10 раз больше, нетрудно. Только иностранные дорогие аксессуары в гардеробе дедушки – не редкость. Американская куртка Alpha Industries. Канадская Kennedy Goose. Или еще один американец – Abercrombie & Fitch. Только на этот раз ВВП появился в итальянском бренде. Конечно, это могло бы означать поддержку малого и среднего бизнеса страны, которая является одной из крупнейших жертв COVID-19. И одновременно один из самых теплых российских друзей на южном западе Европы. Но нет, здесь дело в другом. Не зря запись приветствия примерно совпала с 30-й годовщиной выхода в свет сериала «Твин Пикс». Мистического шедевра со странными персонажами-карликами. Человеком с бревном. Что ты видела в ту ночь? Слышен смех. Летают совы. Прошел один человек. Или человеком, который почти всегда на мотоцикле. Потому что Лора Пиана на свитере Путина могут означать лишь одно. Он знает одну из главных тайн человечества. И, похоже, он готов переснимать очередной сезон «Твин Пикс». Вполне возможно, не менее страшный, чем творение Дэвида Линча. Усі порівнювали Білорусь із країною минулого. Ну, бо незмінний лідер, як генсек якийсь. Планова економіка та багато інших речей, які виглядають архаїчними. А насправді Білорусь виявилась країною майбутнього. Того майбутнього, де людство не боїться жодних хвороб. От і тепер у розпал коронавірусу увага вболівальників прикута до білоруського футболу. Хачериди ногой отмахнулся от соперника и привез пенальти, из-за которого «Динамо Брест» проиграла. А на 9 травня парад буде лише в одній країні. І не складно здогадатися, де саме. Пока другие страны страдают от пандемии, в Беларуси все спокойно. Для паники у нас нет никаких оснований. Глаза не видят, сердце не болит. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Эту мудрость Александр Лукашенко сказал во время матча в хоккей.
Вирус, мол, видите? Нет. И я не вижу. А он есть. Ну, потому что что-то пошло не так. Коронавирусом заразился хоккеист из команды Лукашенко. Хоккеиста с коронавирусом зовут Дмитрий Мелешко. Почему лекарства ему не помогали? Это холодильник. Это самое лучшее здоровье. Сказать трудно. Либо сауну прогулял, либо 50 грамм не выпил. Водкой надо не только руки мыть. Теперь придется лечить. Может, к трактору привяжут во время посевной. Там трактор вылечит всех. А самое интересное, что не прошло и двух недель, как Мелешко с Лукашенко бок о бок в хоккей играли. Поэтому это имя теперь знает каждый белорусский оппозиционер. И теперь президент должен пойти на самоизоляцию. На анекдот похоже. Но теперь хоккеиста Лукашенко вылечит своим указом, потому что в этой стране только он определяет окончательный диагноз. От коронавируса даже у вас в Могилевской области никто не умер. Умирают от хронических болезней. А коронавирус, он же любой вирус, бьет по слабым, у кого иммунитета нет. Вот что я имел в виду. Не Беларусь, а просто Спарта какая-то. Родился со слабым иммунитетом. Это есть Беларусь! Добро пожаловать в яму! А белорусы умрут не от коронавируса, а от чего батька прикажет. Это холодильник! Это самое лучшее здоровье! Ведь кто знает, что там та Лукашенко имел в виду? Під час пандемії ковіду сотні мільйонів людей по всьому світу втратили роботу, а з нею і головне джерело прибутків. Відтак хапаються за будь-яку можливість, аби заробити. Та саме і на державному рівні. Хтось намагається напиляти на захисних костюмах, як в Україні. Хтось шукає гроші, аби позакривати дірки у бюджеті, щоб вже влітку не оголосити про дефолт. І КНДР серед цього списку не виняток. Але підданим сонцесяйного Кіма пощастило, адже їхній лідер придумав таку нахадовочку, яка стран Кумокабаєву і не снилося. Правда, для цього доведеться трішки вмерти. Все буде хорошо з Божою допомогою. И пока Владимир Владимирович в удобном свитере за $1000 говорил эти незапамятные вместе с тем мудрые слова своим холопам на другом конце планеты, единственный друг ВВП очень хотел, чтобы Пыня сказал это именно ему. Глава Северной Кореи якобы при смерти. Ой, беда, беда, огорчение. Последний раз гения среди гениев и блестящего друга видели на каком-то очередном собрании военных, где он смело игнорировал все установки ВОЗ по индивидуальной защите во время пандемии коронавируса. Вообще, похуй. И вот Ким исчез. Даже на годовщину дня рождения своего не менее блестящего родственника не появился. Ведь день рождения деда Ким Чен Ын не пропускал никогда. Впервые за 9 лет правления его нет на фотографиях с официальных торжеств. Поэтому по миру поползли страшные слухи. Нам поступают новые срочные сообщения. Согласно данным из Северной Кореи, Ким Чен Ын предположительно находится в очень тяжелом состоянии. В принципе, ничего удивительного нету, потому что если в сильный мороз так лихо скакать на лошади без шапки, а затем посидеть в сугробе снега и помочить ноги в ручье, то здоровье это точно не прибавит, разве что если Ким рыбак из Челябинска. Нормально все? А, нормально, говорю, все? Рыбачишь? Хотя у Кима и без сидения в снегу проблем полно. До 37 лет солнечный лидер самой тоталитарной демократии в мире нажил себе сахарный диабет, ожирение, проблемы с сердцем, а также... Тогда азиатские СМИ узнали, ему удалили кисту на ноге. Если к этому всему добавить тусовки в тесных толпах своих генералов без средств индивидуальной защиты, то конец у Супер Кима вырисовывается довольно предсказуемый. Единственное, что известно точно, так это факт хирургической операции, которую не отвергают даже в Пхеньяне. Из больницы благополучно выписали, и сейчас он восстанавливается на даче в 100 километрах от Пхеньяна. Год назад вести Кремля открыли страшную тайну, зачем Ким Чен Ын ездил к ВВП на поклон в своем бронированном поезде. Ноги как у Кендалл, попу как у Ким. Попу как у Ким, попу как у Ким. Попу как у Ким, попу как у Ким. Тогда внешность бесстрашного вождя испытала не менее бесстрашные изменения. А так как попу подтянули, наступила очередь других частей тела. 1922.
Ведь валюту для страны в это трудное время как-то зарабатывать надо, а вебкам-модели совсем не бедствуют. Щедрые донатеры в долгу не остаются. И вот и Ким маленько здоровье поправит, и айда за монитор золотовалютный запас страны пополнять. Кажуть, що високо у Кавказьких горах живуть багато мудреців. Тож не дивно, що аксакали вигадують багато головоломок. А одна з кавказьких загадок звучить так. Що спільно у Чечні в геїв, свиней та розумом Кадирова? Відповідь знає сам Нохчий. Ні, слово не знаємо, як употребляти. Але після введення карантинного режиму перелік речей поменшав. Наприклад, немає зараз нормального навчання, походів у кафе та ресторани. Закрилися й інші заклади. Але знову бородач прийшов на допомогу. Він знайшов лайфхак, що робити із тимчасовими незручностями. Як когда-то храбрые полководцы самі біжали в перших рядах в бой, также лидер Чечни решил собственным примером показать, что он не боится никаких вирусов. И пошел проверять, как там дела в республике с недугом. Только почему-то костюм долго не носил. Он пренебрег правилами безопасности и давай за свое любимое дело браться. Фоточки делать. И здесь вопрос, Кадыров либо бесстрашный, либо другой вариант. Поскольку в любой ситуации даже такой опасный выполняет свою любимую роль, превращается в обезьянку для фото. Да и вообще, может, Кадыров думает, что просто это такой флешмоб ходить по больницам в желтом костюме. Путин так поступил. Теперь давай и себе таким заниматься. Но если вы думаете, что это все, что успел сделать бородач за день, очень ошибаетесь. Кадыров себя постриг. И это, вероятно, не из-за закрытия всех парикмахерских. Или желание стать ближе, к примеру, Мишустину. Просто известный футболист Кадыров решил закосплеить Зинедина Зидана, гениального игрока-мусульманина в прошлом и очень успешного тренера сейчас. Таким образом, Кадыров убежден, что это поможет Чечне победить коронавирус. Границы республики закрыли и войска подтянули. Полицейских палками вооружили, но и только Зидана не хватало для победы над коронавирусом. Упродовж усього існування людство постійно стикається з різноманітними потойбічними силами, які умовно можна розділити на світлі та темні – добро і зло. От вічна дихотомія і протиборство між двома силами, які хочуть контролювати людську душу. При цьому в науці ці поняття отримали визнання матерії і антиматерії, а в духовному – Бога і чорта. І от тепер в розпал епідемії коронавірусу РПЦ раптово вирішила розставити акценти в одвічній боротьбі добра і зла, приплівши до всього цього бідних інопланетян. Дорогі друзі, все. Пока весь мир отчаянно ищет лекарства от пандемии, спасение близко, первый прототип вакцины от коронавируса уже создали ученые МГУ. А главный стратегический ресурс московитов стоит дешевле, чем ноль. Цена на нефть не просто обвалилась до нуля, а ушла в отрицательную зону. То есть в эти минуты продавцы доплачивают покупателям. Русская православная церковь прониклась действительно важными для всего народа проблемами. Русская православная церковь приравняла инопланетян к бесам. Действительно, что может быть важнее в это тяжелое время, чем погружение с головой в такую чрезвычайно фундаментальную проблему человеческого бытия? Русская православная церковь приравняла инопланетян к бесам. Просветить народ в таком чрезвычайно насущном вопросе доверили митрополиту Илариону, председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
Фактически, митрополит Иларион в РПЦ занимает ту же должность, что и печальная лошадка в российском правительстве – должность министра иностранных дел. Кроме того, митрополит Иларион является заместителем главного гундяя над гундяями. В обычной политической системе он бы занимал должность вице-президента или вице-премьер-министра. Короче говоря, все то, что выходит изо рта сего почтенного церковника, санкционируется патриархом РПЦ. То есть только что гундяй поставил знак равенства между инопланетянами и бесами. Правда, мало кто может похвастаться тем, что видел инопланетян вживую. НЛО по определению красное. Красное – это с Марса. Зато с бесами дела как-то полегче. Я мог бы рассказать даже из своей пастырской практики случаи, когда реально соприкасался либо я сам, либо кто-либо из моих прихожан с демоническими силами. Сам митрополит Иларион когда-то, по его собственным словам, одержал победу над страшным бесом. Одна женщина вызывала дух различных писателей. Один из таких якобы явившихся ей писателей был Чехов. Он разодрал ей обои, расшвырял всю мебель, разбил посуду и так далее. Я съездил к ней на квартиру и осветил квартиру. В реальности, без сомнения, все выглядело гораздо эпичнее. Отец! Если бы действительно существовали какие-то инопланетные цивилизации, то в священном нашем писании, в Библии, об этом обязательно было бы хоть что-нибудь сказано. Логично. Не правда ли? Если мы действительно откроем Библию и прочитаем ее, несомненно, не найдем ни одного слова об инопланетянах. Читай Библию, сынок. Там полно улетной фигни. Зато о бесах пруд пруди. Замуровал. Замуровали демоны. Правда, всей этой бесовщине с инопланетянами может быть другое объяснение. Ровно месяц назад вышел Doom Eternal, эпическое продолжение не менее эпического шутера, где надо валить кого? Правильно, бесов и демонов инопланетного происхождения. Вот митрополит Иларион немножко переиграл. Кількість хворих коронавірусом на Росії перевищила позначку у 50 тисяч осіб. За добу понад півсотні летальних випадків. Здавалось би, ситуація загрозлива. Однак Кремль має дивовижний талант перетворювати кризові ситуації у величезні перемоги. Так, скажімо, коли на Росію накликала санкції, Кремль стверджував, що це економіці лише на користь. Може статися, що із коронавірусом вийде щось схоже. Маленький фюрер ввел карантинные мероприятия, полицейские бросились выполнять. Граждане и гражданки, для восстановления порядка и безопасности населению воспрещается всякое хождение вне территории населенных пунктов без специального разрешения. Наказание за непослушание. За неподчинение приказу расстрел. Не такое жестокое, но зато для всех. Выходить из дома нельзя даже тем, у кого нет дома. Мой адрес не дом, не улица. Мой адрес Советский Союз. В общем, беспризорные карантинных правил придерживаются. Сохраняют дистанцию, не посещают работу, не ездят общественным транспортом, не ходят в магазины и сохраняют постельный режим. Одна беда, не могут находиться дома. Московские полицейские выписали бездомному протокол за нарушение режима самоизоляции. В Сочи полицейские задержали бомжа за нарушение карантина. В итоге оштрафовали столичного бездомного на 4000 рублей. Вообще, Куда вышлют квитанцию, до конца не ясно, но бездомный теперь должен государству 600 стеклянных бутылок и полтонны макулатуры. А главное, теперь полицейские могут ловить его каждый день. На мой ответ, что у меня нет постоянного жилья, чтобы самоизолироваться, сказали, что это не их проблема, и мне надо арендовать себе жилье. А действительно, почему бы не штрафовать бездомных, стимулируя их таким образом откладывать на жилье?
Лучше жить в квартирах, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Пусть это 50 квадратных метров, но для начала и это неплохо, сказала она. Втираешь мне какую-то дичь. И теперь, благодаря власти, беспризорные поймут, жить в мусорных баках – плохая идея. Я не ел 6 дней. Ты что, с ума сошел? Нет. Не, серьезно? Серьезно. Знаешь, что я тебе скажу? Что? Надо себя заставить. А главное, это и замечательный ресурс для Российской Федерации. Если пронумеровать картонные коробки и приписать в них бездомных, можно будет штрафы взыскивать и налоги, призывать в армию на смену сгоревшим бурятам и, конечно, увеличить электоральную базу. Я буду голосовать за Вову. Ну, жить лучше стало. Забуду. Чудні діла твої Господні, говорить Святе Письмо, і якщо придивитися, і дійсно чудні. От, наприклад, головний храм Міноборони Росії. Будуватися це твердиня православних тамплієрів мала виключно за пожертви вірян. Аж раптом... Фонд «Воскресенье», созданный для строительства храмов, получил почти 3 миллиарда рублей из бюджетов Москвы и Московской области. Ну, що це як не диво Господнє, але й на тому вражати головна військово-релігійна будівля РФ не припиняє. Адже тамтешні зодчі добилися того, що однаково комфортно у храмі себе почуватиме як ревний християнин, так і переконаний комуніст-ленінець. В идеале российскую армию будущего в Кремле, похоже, видят как космодесантников в мире игры Warhammer. Вооруженные сверхсовременным оружием воины в экзоскелетах, фанатично преданные службе императору, который олицетворяет бога. На деле же получаются то робот Федор, то нелепые срочники. Ты умеешь завязывать шнурки? Никак нет. То казаки. Последние, в принципе, чем-то отдаленно похожи. По крайней мере, сильно религиозные и Путина любят. Но быстро ломаются. О, Господи, что же у нас все через жопу-то? Впрочем, Путин с Кириллом надежд на создание коктейля из армии и церкви не покидают. Поэтому уже совсем скоро в подмосковном парке «Патриот», это тот, где штурмуют фанерный Рейхстаг, заработает главный храм Минобороны РФ. Ощущение не передать словами. Вот эти архитектурные ансамбли и, конечно же, витражи разноцветные под куполом, которые изображают все ордена и медали, которые существовали и существуют в нашей стране. Все боевые ордена и медали. И вот тут, собственно, начинается самое интересное. Ведь теперь православный храм будет украшен изображениями красных звезд, серпа и молота. Вот это, например, орден Отечественной войны на одном из витражей церкви. И все бы ничего, если бы каких-то лет 100 назад люди с этими флагами, с серпами и молотами не уничтожали церкви, не расстреливали священников и не ущемляли верующих всех конфессий. Признать вред религии мало. Нужно бороться с ней. С такими лозунгами в 1937-м Советский Союз начинает очередную безбожную пятилетку. Ее цель – окончательно изжить религиозный дурман. То есть, по сути, это все равно, что установить, скажем, в музее Холокоста свастику и портрет Гитлера. Впрочем, это, очевидно, не вызывает никакого диссонанса ни в головах авторов храма, ни у прихожан. И для Путина это может означать только одно – он все делает правильно. Сегодня звезды с серпами и молотами, а завтра можно и себя любимого на центральном алтаре поставить. Это же, в конце концов, он здесь собиратель и вседержитель. И молитвы можно поменять. Не сильно, конечно. Просто в конце вместо «аминь» добавлять. Путин президент мира!